Я ходил по краю, по краю. Ну, ты вроде как бы живешь, а ты не живешь. В возрасте 26 лет я стоял на грани суицида. Выхода два. Тюрьма или могила. Все как страшный сон. Наркотик придет и убьет. Это все наложилось на степень такого моего глубокого отчаяния и трагедии моей семьи. Ты переступаешь все ценности, стираются все грани. Просто вот в моей жизни появилась жизнь. Обернитесь. Дайте руку. Смотрите программу «Обернитесь» 8 марта в 18:45.